Всем привет! Сегодня у нас будет билд-вот, но с Horrific Housing. Ужасное жилище, которое игра такая в Роблоксе есть, но она будет в билд-боте. Ну а пока мы не начали, рекомендую нажать на эту красную кнопку. Вот слово, вдруг у меня такой нету. Мне можно навать. Давайте поиграем. Запускай нас. Хлеб, хлеб, ты где? Хлебушек. Так, сейчас я встаю в свой крутяцкий домик, у которого открываются двери. Тут у нас получается 9 домиков, давайте расселяемся. Ой, блин, а что это за портал? Ладно, что-то секретное. Так, это будет мой дом. Хлебушек, иди свой. В моем доме грустно не будет, потому что у меня будут жить зэги. Аж 4 штуки. Ну как у вас там дела? У меня вот какой домик. Дверки открываются, можно пожить. Пум-пум-пум. Что там чего-то? Кибер, а чё ты посередине живешь? Главное, чтобы тот, кто будет называть на нас бегство, не знал, где я. Ух, ну так, дай мне пистолет, пожалуйста, пожалуйста, дай мне пистолет. Копия меня, дай мне пистолет. Вот этот Хлебушек пишет, что я нуб. Можно мне пистолет, пожалуйста? Куда мой дом с зэгами украли? Чё, вообще офигели? Где мое оружие? Командование, блин, офигевшее. О, мой дом вернули, ура. Ай, это что за фигня? Короче, мне надо... Это что за вода, блин? Потоп какой-то. Короче, если я туда попаду, то я погибну. Ой, блин. Ой, о, кибера закрыли в лабиринте. Это все, это закрылись, это оттуда не выберешь. А, блин, а чё? А где мой дом с зэгами? Зэги-то утонули в этой жидкости невкусной. Помогите. А я спокойно, чилю дом. У меня тут вообще ужас дома происходит. Помогите, пожалуйста. Все, я убегаю отсюда, мне тут надоело. Я буду в новом доме жить, потому что тут хорошо. Все. Тут никаких потопов нету, тут ничего нету, тут хорошо. Ой, а что гусь? Гусь себе лайк. Я тебе прислал джетпак. Ой. Дай мне джетпак, Рауф, да. Все, я буду жить в своем доме и наслаждаться тем, как я буду жить с зэгами. Вообще на дом сзади кое-кое. Кто? Дима, на том доме сейчас ем. Ой, ой-ой-ой. Это что за черная дыра, блин? Что-то она меня не засасывает. О, у меня тут конфетка. Наверное, заги... Принесли! А куда меня занесло? Что за лабиринты? О, тут какие-то кристаллы. Зато я съел конфетку, поэтому я с одного прыжка оттуда выбрался. Вообще дыра слабая какая-то. А, опять? За что? Ну и ладно, я пройду этот паркур как честный паркурист. Хоп! 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 Меня не съело, я сам съем эту дыру. Все, я из нее выбежал опять. Убрал. Ура, дыры больше нету. Что тут теперь произойдет? Это что за лабиринт у вас тут бесконечный? Ой, блин. Я тут выбрал. Мне интересно. О, одного кетчупа закрыли в тюрьму. Так, тебе и надо. Присоединяйся ко мне. А ты где? Ну, там мы пока с гусем тут посидим. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я тебя назад съем, понял? Куда я попал? Кто меня съел? Плохой хлеб тебя съел. Я нас спасу, челик. Мы будем жить, мы должны жить, потому что мы крутые. Мы амугусы, пошли гусь. Давай гусю. Гусю, гусь. Сюда все. Нет! Ой, а чего не забыли? Так, давайте, выживайте, этот злой хлеб готов вас всех пустить на шаурму. Он меня уже 2 раза пустил. Ничего, я выживу, я уничтожу ему, я должен отомстить. Где я? Кто я? Пошли к нам, кибер. Кибер-котлету. Ну и ладно, второго шанса не будет тебе. Этот хлебушек без волос уже и без ничего вообще, блин, какой-то. Ай, за что опять? Все, токсик хлебушек, дизлайк, все тебе. Вообще плохой хлебуф. Надо его на шаурму пустить. Этот хлебушек вообще какой-то токсик. У него и джетпак, и конфеты, и вообще все. А у нас тут даже домов нету. Помогите, черная дыра, меня спаси, пожалуйста. Тут дом взорвался, прикиньте. У него крыши нету, а зэгов... О, у меня что же есть пистолет. Ба-ба-бам, ба-ба-бам, я отомстил за всех, хлебусик, ура. А что я пистолет так криво держу? Ну и пофиг. Все, вот так, хлебушек, получай. Давайте я вас всех верну, а то я один выигравший. Так неинтересно. Заходите в портал. Ты поехал несколько раз. Давайте, заходите в портал скорее. Только кроме этого... Ай-ё, мне сломали руку, у меня нет пистолета. И почему у меня нету кепки? Ой, ух, подожди, сейчас... Что за майзы? Кто? Крутой домик, вообще мне он нравится, смотрите. Пусти меня. Как я тебя пушу? Пусти. Доходы. Ладно, кинь. Ага. Ахаха, лысый, говорит мне кетчуп. Я тебя на шаурму пущу, было бы чем. Меня не надо, не надо. Ой, кетчуп упал, дед, я тоже упал. О, привет, кетчуп. О, а что тут домик забыл? Все, я тут буду жить, смотри. Идем жить со мной, смотри, тут как круто.
Это домик для лысых. Теперь у нас есть свой крутяцкий домик, и мы будем здесь жить. Так, мне кажется, нужно зареспавниться. Хопс, шлепс, пумс, керепумс. А чё домик деревянный-то? Тюрьма. Домик в деревне. Почему тюрьма стала из дерева? И почему кто-то мне так любит бошку постреливать? Это наверх. Получи, все, горящая тюрьма вообще. Это горящая тюрьма — это самая лучшая тюрьма. Тут лабиринт затонул под воду. Это подводный лабиринт, вы чё? И нас чил фарш сделал. Остался гусь и чил. Кто из них выиграет? Ой, а чё деревянная черная дыра? Пам, минус пол тюрьмы. И кто же из них выиграет все-таки? Все, гусь упал. И чил выигрывает. Я, кажется, забыл сказать, что победитель получает воздух. Так, получается, эта игра из Роблокса. Такая есть. Horrific Housing. Ужасное жилище, где ты живешь в домиках. И там различные бегства появляются. Тут то же самое. Даже вон те коробочки появляются. Людям выдается оружие. И самое интересное — это лобби. Тут очень красивые, детализированные круглые деревья имеются. Даже вот у них стволы какие круглые вообще. Также тут есть очень красивый спавн. Он тоже вообще круглый, как настоящий. Ой. Там я не понимаю, что происходит. Тут есть маленькие фигурки домиков различные. И какой-то чебурек. Также можно залезть вот в этот автомат. Зачем-то. Заходим и ничего. И все, и ничего. А, нет, меня закрыли. Также там есть сложный паркур. Пока остальные участники играют, ты можешь пройти этот паркур. Только его пройти, к сожалению, невозможно. Будем использовать читы. Дальше-то. Какой-то сломанный паркур. Ну ладно, я все равно так пройду. Проходим паркур. Типа того. Тут нас встречают вот такие лазерные лучи. Хоп-хоп, перепрыгиваем все. Тут у нас такой же паркур, реально как будто я в Horrific Housing. Проходим. Тут еще один. Оп. А дальше нечего делать. Ой. Что-то мне тут плохо. Также можно зайти внутрь. Но тут вот такой вот паркур сложный. Его фиг пройдешь вообще. Есть режим спектатора, вот такая вот камера, на нее можно нажать и смотреть на домики, что там у них происходит. Слушайте, там только один человек остался в живых. Он победил, да. А как это, заново раунд начать? А то там победитель все сломал. Мои зайги. Ну я же тут показал, тут везде круглые деревья, и сейчас мы передвигаемся к геймплею. Так, наверное, я сейчас буду управлять игрой. Как управлять игрой? Хлебушек. Так. Замечательно. Так, сейчас я иду в комнату управляющего, где происходит манипулирование этим всем. Так, тут довольно веселое управление бегствиями. Именно тут вот есть пару вид бегствий. Во-первых, это наблюдать. Вот я наблюдаю за домиками, что у них тут происходит. Дальше. Floor Escape. Это получается испытание. Вот тут есть 9 домиков. Если я нажму на один из них, то на этом домике появится испытание. Вообще прикольно. Так, что за мне включить? Давайте черную дыру и вон там. Давайте вон там смотрим. Вон там появляется черная дыра, которая ловит персонажа и затаскивает его в комнату с черной дырой, откуда нужно будет бежать. Ой, ой-ой-ой. Это что за черная дыра, блин? Что-то она меня не засасывает. О, у меня тут конфетка. Наверное, принесли. А куда меня занесло? Что за лабиринты? Вот, тут какие-то кристаллы. Зато я съел конфетку, поэтому я с одного прыжка оттуда выбрался. Вообще дыра. Слабая какая-то. А, опять? За что? Видите, вот тут черная дыра. Когда она включена, вот тут в главном меню написано. Черная дыра появилась. Видите? Вот я включил черную дыру, и вот тут появилась надпись. Черная дыра появилась. Очень прикольно. Типа как в самой игре. Если я нажму на другую кнопку, сейчас попробуем. Именно я выключаю черную дыру. Вот так. Так, допустим, я ее выключил. Теперь включу что-нибудь другое. Вот, допустим. Даю людям пистолеты, вон по центру. Они там появляются. И вон там появились вот пистолеты именно, вон там. И написано, кто-то получил оружие. Видите, надписи постоянно меняются в зависимости от того, что я сделал. И также тут есть еще тюрьма. Так, ой, а почему у меня тюрьма? Смотрите, меня в тюрьме закрыли.
Черная дыра. Сбежание из какого-то этажа. Мой дом вернули, ура. Ай, это что за фигня? Короче, мне надо... Это что за вода, блин? Потоп какой-то. Короче, если я туда попаду, то я погибну. Ой, блин. Мейтс. Ой, о, кибера закрыли в лабиринте. Это все, это закулисье, ты оттуда не выберешь. Так, вот такое получается управление. А игроки просто выживают. Последний выживший побеждает. А на этом это видео подходит к концу. Ставим лайки и жмакаем на кнопку подписаться. Ой, это слово. Вдруг у меня такой нету. Мне нужно на навалить. Всем пока.